очень рады видеть всех старых друзей. Мы встречаемся не очень часто, но все знаем друг о друге все. Сегодня я хочу представить слово нашему председателю Владимиру Константиновичу для ведения нашего. Прежде всего, он хочет отчитаться перед нами о той работе, которая была проведена за последние 4 года. Пожалуйста, Владимир Константинович. Надеюсь, нынешний не будет исключением. Мы с вами, конечно, прежде всего обмениваемся опытом работы, подводили итоги, вносили свои предложения по совершенствованию нашей деятельности, всей сети КАФ-ЮНЕСКО нашей страны, работы по международному сотрудничеству. Как и на предыдущих встречах, у нас есть основания выразить особую благодарность высокому руководству секретариата ЮНЕСКО, нашим коллегам по комиссиям, в организации за постоянное внимание к нашей работе и создание атмосферы, в которой мы с вами работаем, атмосферы по-настоящему интересного сотрудничества специалистов самых различных стран по вопросам образования, науки, культуры и коммуникации. Хотелось бы особенно выразить благодарность Комиссии Российской Федерации за дела ЮНЕСКО и ее председателю, прежде всего, Сергею Викторовичу Лаврову, министру иностранных дел России, ответственному секретарю комиссии, нашему не просто непосредственно, а одновременно очень доброжелательному руководителю Игорь Орджоникидзе. Пусть вас не смущает, что их здесь нет, а я говорю эти слова. Это для протокола, и я вас уверяю, что это все отчет, естественно, будет представлен. Мне хотелось выразить слова благодарности Никите Михайловичу Шалыгину, который после Алексея Александровича Гвердовского взял эту работу по организации нашей совместной работы, по взаимодействию с комиссией, со штаб-квартирой парижской. И, конечно же, это не просто, наверное, Никита Михайлович, спасибо вам за добрые отношения. Берусь вокруг основных направлений своей деятельности. 16 кафедр концентрирует свой творческий потенциал на разнообразных, постоянно обновляющих проблемах современного образования. 14 сосредоточены на вопросах развития социальных наук. 22 кафедры на актуальных процессах, происходящих в естествознании, инженерии, 13 на традиционных, постоянно изменяющихся проблемах культуры и коммуникации. Важно при этом подчеркнуть, что наша кафедра отличает подчеркнутое неприятие замкнутости, открытой и сосредоточенность на межкафедральном сотрудничестве, международном, внутрирегиональном, межрегиональном, межнациональном и, естественно, внутривузовском и региональном внутри России. Что важно отметить, отдельно я бы хотел это подчеркнуть, это присутствие в формате исследований, в межкафедральном образовательном профессиональном сотрудничестве, в наших планируемых проектах проблем, которые волнуют наших коллег, прежде всего, из развивающихся стран, проблем, которые пронизывают интересы уже заявившихся в полный голос и поднимающих страны Азии, Африки и Южной Америки. Буквально со старта программы этот уклон был в приоритетах ЮНЕСКО. Он остается и сегодня таковым. Мы его знаем, стараемся соблюдать. Но это в порядке не только информации, но и ориентировки. Мне бы хотелось сказать, что здесь нам есть над чем еще работать. Сказать, что на этом направлении мы с вами потрудились на славу, я бы преувеличивать не стал. Обсуждая проблемы развития повседневной работы наших кафедр, мы должны иметь в виду, использовать разнообразный опыт почти 750 кафедр ЮНЕСКО, работающих сегодня в более чем 130 странах мира. Тем более, что наше общение, как я уже об этом говорил, это межсекторальный, междисциплинарный подход. Именно в связи с этим и был создан в 2007 году Координационный комитет кафедр ЮНЕСКО с Российской Федерацией. За прошедшее время в целом сложился механизм взаимодействия между кафедрами. Для России это, прежде всего, относится к кафедрам, работающим по проблематике устойчивого развития природоохранной деятельности, изучение сохранения биоразнообразия экосистем, вопросов культурной коммуникации, культурного образования, лингвистики и некоторым другим.
Это имеет особое значение в динамично меняющемся мире, и я не хотел бы долго об этом говорить, в этой профессиональной аудитории это хорошо представляю. Учитывая опыт работы, вопросы, которые поднимались на заседании Координационного комитета, необходимо подчеркнуть, что российская карта ЮНЕСКО ставит вопрос о настоятельной потребности в расширении международного партнерства путем создания соответствующих механизмов взаимодействия. В качестве первого и серьезного шага можно было бы рассмотреть вопрос об инициировании организации нашими коллегами и руководителями в Парижской штаб-квартире совместных проектов карты ЮНЕСКО различных стран на основе софинансирования проекта самим кафедрами участниками с последующими отчетами перед организацией о ходе и результатах реализации проекта. Кроме того, не менее важен обмен информацией о работе карты, работающих в разных странах по одним или смежным направлениям. Для этого, возможно, можно было бы создать и специальные сайты, и иные современные информационные накопители именно под эгидой структур самой организации. Убеждено, что в ходе обмена опытом и дискуссий на Конгрессе прозвучат и другие предложения, мы, естественно, все их направим в штаб-квартиру. Позвольте остановиться на некоторых, на мой взгляд, условных вопросах работы Координационного комитета за период, который вот я отсчитываю. В соответствии с положением мы собирались два раза в год на наше заседание, центральным вопросом для которых было рассмотрение заявок на создание новых карт ЮНЕСКО. Это не просто ответственная, но позволит сформулировать достаточно объемная профессиональная работа по экспертизе заявок, то есть работы, предшествующие обсуждению. Большое спасибо большинству членов Координационного комитета, откровенно скажу, к сожалению, не всем, за ответственное отношение к своим обязанностям и постоянную работу по экспертизе заявок. Будет, наверное, правильно, если сразу же сказать о том, что качество присылаемых заявок самое различное, от профессиональных, проработанных, до заявок, которые скорее можно было бы назвать пожеланиями. Последние требовали часто серьезной дополнительной работы, а то и кардинальной переработки. Опять же, с повторной и серьезной предшествующей обсуждению экспертной деятельности за 4 года нами на 6 заочных заседаниях комитета и 3 заочных в электронном формате было всего рассмотрено 27 документов заявок. Детской и молодежной среде. Башкирский институт социальных технологий, филиал Академии труда и социальных отношений. Мировое педагогическое наследие для глобального образования, Институт стратегии развития образования Российской академии образования. Обучение и развитие детей младшего возраста, Московская педагогическая академия дошкольного образования. Профессиональное образование и воспитание на протяжении всей жизни Самарская государственная областная академия Наяна. Межкультурные компетенции для снижения социальной напряженности и безопасности человека. Орловский государственный университет имени Тургенева. Инклюзивное информационное общество. Государственный университет управления. Исследование социальной среды древних городов. Рязанский госуниверситет имени Есенина. Биомедицинские науки. Искусственный интеллект и биоэтика. Московский федеротехнический университет. Объекты культурного наследия северных и арктических территорий. Северный Арктический федеральный университет имени Ломоносова. Авторское право и искусственный интеллект Высшей школы экономики. Как видите, мы провели немалую работу для того, чтобы рассмотреть эти все заявки, опять-таки и тематическая, и географическая, амплитуда достаточно большая. Сегодня мы на сайте Координационного комитета эту работу каким-то образом, можно сказать, и завершили. Координационный комитет в соответствии с положением о своей работе занимался также рассмотрением практик работы наших коллег. Старался делать имеющийся опыт достоянием своих коллег. Представлю кратко только тематический обзор этой части нашей работы. На Координационном комитете мы с вами за 4 последних года обращались к практике работы. Кафедра педагогической науки наших давних друзей из Российского государственного педагогического университета имени Герцена, Петербург. Кафедра образования для устойчивого развития кооперативов Белгородского университета кооперации, экономики и права. Кафедра межкультурное и поликультурное образование и адаптация детей мигрантов в школе Московского педагогического государственного университета. Разумеется, наших казанских друзей, давно работающих, авторитетных, большинство всем знакомой кафедры ЮНЕСКО Академии управления ТИС. Также наших казанских коллег, совсем еще молодой, интересный кафедр по биоэтике
Казанского государственного медицинского университета. Хотелось бы отдельно проинформировать, скажем, о том, что мы рады были познакомиться с работой кафедры изучения глобальных проблем МГУ. Это по существу единственная в стране кафедра, работающая по всем, а их 17 направлениям целевой программы по устойчивому развитию. К сожалению, при заведующей кафедры Николай Саенов приехать сегодня не смог, но думаю, уже завтра присоединиться к нам. Практикой стало рассмотрение работы, так сказать, потенциальных кафедр, то есть тех заявок, на которые создание кафедр которых мы рассматривали, что называется, с выездом на места. Это мы делали, как известно, в Белгороде, Петербурге, в Рязани. На заседаниях Координационного комитета обсуждались такие разнообразные вопросы, как я просто выписал в порядке такого, в хронологическом, что ли, из наших тайных документов. Работа кафедры ЮНЕСКО Российской Федерации по празднованию 20-летия программы «Литвин» кафедры ЮНЕСКО. О формировании сети колледжей среднего профессионального образования в рамках сети ассоциированной школы ЮНЕСКО и работы кафедры ЮНЕСКО. Об участии российской кафедры ЮНЕСКО в реализации целей программ в области устойчивого развития. Стратегические направления и перспективы взаимодействия Миноборнауки России и кафедры ЮНЕСКО. Рассмотрение проектов предложений Российской Федерации проектом документов 201-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО в связи с юбилеем, о котором я уже говорил, программу УИТИ. О предложениях концепции проекта документов Международного евразийского форума по профессиональному образованию. Об итогах недели мобильного обучения ЮНЕСКО. О новых технологиях на службе образования, возможности и перспективы, представлены нашими друзьями из компании «Светокомпьютер». О практике создания центров ЮНЕСКО, таких как центры категории 2, то есть сугубо национальные организации. О программе ЮНЕСКО Young Professionals, о новых тенденциях открытия кафедры ЮНЕСКО в области культуры и ряд других. Не будет преувеличением, если сказать, что на заседании Координационного комитета всегда царила атмосфера, я уже говорил, и деловая, и, что особенно приятно, профессиональная и дружественная. В заключение позвольте выразить еще раз благодарность руководству Республики Татарстан, руководству университет управления ТИСБИ вам, Нил Матвеевна, за возможность уже не первый раз встречаться на вашей площадке и провести здесь в Казани наш 4-й конгресс. Спасибо. Коллеги, я хотел попросить... Извините. Слышно. Никита Михайлович Шаныгин, пожалуйста. Там микрофон, да, пожалуйста. Если можно, я отсюда сказал. Уважаемые коллеги, от имени секретариата комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО я рад приветствовать участников и организаторов 4-го Всероссийского конгресса кафедр ЮНЕСКО. Как вы знаете, сегодня кафедры ЮНЕСКО играют все более важную роль в обмене опытом, знаниями и информацией по всему спектру вопросов, относящихся к высшему образованию и развитию науки, обеспечивают вхождение российских вузов и научных учреждений в действующую всемирную систему многостороннего межвузовского и научного сотрудничества. Россия является ведущей страной в системе МУТИ. Наша страна занимает второе место в Европе по количеству кафедр. Российские кафедры зачастую являются центрами уникального передового опыта в различных областях знаний. Это действительно так. В России действует Координационный комитет кафедры ЮНЕСКО. Это уникальная структура, аналогов которой нет в мире. Наши кафедры весьма активны, они проводят множество международных мероприятий. И все это делает нашу страну весьма заметной на образовательном направлении ЮНЕСКО. Носит существенный вклад в укрепление нашего авторитета на этой площадке. При этом, уважаемые коллеги, свое выступление я хотел бы посвятить назревшим проблемам и вопросам, связанным
с функционированием сети в России. Я здесь не нужно прямо по пункту. В первую очередь, позвольте обратить еще раз ваше внимание на то, что УНИТИИН – это сеть проведенных университетов. Задача кафедры ЮНЕСКО – это трансляция своего опыта и обмен знаниями с учебными заведениями, не только с российскими, но и зарубежными. К сожалению, многие кафедры как бы замыкаются в себе, прекращая выполнять ту функцию, ради которой, собственно, они были созданы, ради которой они подключились к образовательной сети УНИТИИН, сети ЮНЕСКО. А накануне Конгресса, как вы знаете, нами были распространены анкеты для мониторинга деятельности российских кафедр. Так вот, согласно проведенному нами опросу, на который откликнулось 41 кафедра из 64, 29 кафедр взаимодействуют с российскими вузами, 23 – зарубежными, и порядка 15 кафедр из 64 взаимодействуют и с российскими, и с зарубежными вузами. Это согласно вот анкетам, которые многие из вас заполнили. Далеко не у всех кафедр есть сайты. Вполне очевидно, что наличие сайта – это условие для успешного взаимодействия с другими вузами. И на отсутствие сайтов многих из наших кафедр обращают внимание не только российские и зарубежные коллеги, но и сотрудники сектора образования, секретариат ЮНЕСКО, которые отвечают за принятие решений относительно продления соглашений о кафедрах. Есть ряд кафедр только с русскоязычными сайтами. Для международного взаимодействия, как мы считаем, этого недостаточно. У зарубежных партнеров, как и у секретариата, если честно, попросту может сложиться впечатление о том, что наши кафедры не способны или не хотят взаимодействовать и общаться с ними. Согласно проведенному нами опросу, на который я опять ссылаюсь, у 21 кафедры есть сайт на русском языке. У 5 кафедр из 64 есть сайт на английском языке. У остальных кафедр сайта нет. Следующий момент, на который мы считаем необходимым обратить ваше внимание, это взаимодействие кафедр с секретариатом этой организации. ЮНЕСКО. У каждой кафедры есть назначенный секретариатом координатор и соответствующей тематике кафедры сектора штаб-квартиры ЮНЕСКО, так называемый focal point. А для того, чтобы информация о проводимых вашей кафедры мероприятиях доходила до секретариата, а не оставалась в стенах вуза, жизненно необходимо поддерживать контакт с вашим координатором. Это работает и в обратном направлении. Зная вас, как активного участника программы УНИТИИН, ваш координатор или focal point должен или должна подключать вас к международным мероприятиям по тематике вашей кафедры. Так вот, согласно мониторингу, который мы провели, 11 кафедр знают, кто их координатор в секретариате. 11 кафедр не знают. 17 кафедры не понимают, о чем идет речь. Список координаторов, списком координаторов располагает ответственный секретарь Координационного комитета Оксана Игоревна Новикова. И после окончания нашей сегодняшней работы, если вам интересно, если вы нуждаетесь в этой информации, вы могли бы подойти к Оксане Игоревне. Да, если в рабочем порядке согласовать имя и контактные данные вашего focal point в секретариате. Разумеется, кафедры ЮНЕСКО должны соответствовать приоритету ЮНЕСКО. Секретариат попросту скрывает кафедры в том случае, если в их отчетах или заявках на продление нет информации о соответствии основным направлением деятельности ЮНЕСКО. В этой связи я хотел бы обратить ваше внимание на ситуацию с культурными кафедрами, вызывающую нашу серьезную беспокойность. Суть этой ситуации заключается в том, что секретариат требует от кафедры в области культуры соответствия их деятельности
одной из культурных конвенций, к слову, в принципе, любая кафедра должна соответствовать конвенциям, которые упоминаются в документе 39.5, все вы о нем знаете. Но кафедры в области культуры просто закрываются. В том случае, если вдруг в отчете этой кафедры нет информации о соответствии конвенции, это в общих словах. Я, в принципе, уже докладывал об этом год назад в Конституционном комитете. Один из главных вопросов, который мне хотелось бы сегодня озвучить, это своевременное предоставление кафедрами отчетности в секретариат. В соответствии с руководящими принципами программы УГИТВИН, отчет о деятельности предоставляется раз в 2 года. Отчеты направляются в штаб-квартиру напрямую по электронной почте. Адреса указаны в памятке, которую мы распространили. Очень важно получить подтверждение того, что в секретариат пришел ваш отчет. Это действительно важно, и об этом свидетельствует практика нашего взаимодействия с секретариатом ЮНЕСКО. А также обращаю ваше внимание на то, что запрос на продление соглашения направляется в штаб-квартиру за 1/2 года до его окончания. И за это, как и за предоставление отчетности, отвечают кафедры. Секретариат не считает себя обязанным напоминать кафедрам о том, что через 1/2 года заканчивается их соглашение, и, пожалуйста, направьте ваш отчет. Вы должны следить за этим. Копии соглашения хранятся согласно процедуре в архиве вуза. Вот пожелания, которые я сегодня озвучил, мы считаем, что они очень важны для деятельности нашей сети. Несоответствие может попросту послужить основанием для секретариата для закрытия кафедры. Так что я еще раз приветствую вас и прошу с вниманием отнестись к нашим замечаниям. Большое спасибо за внимание. Коллеги, есть ли вопросы какие-то к Никите Михайловичу, что-то уточнить может? Спасибо большое. Коллеги, я хотел бы попросить, если вы не возражаете, прежде чем перейти к выступлениям, к обмену практиками, презентациями, что пожелаю участникам конференции, если каждый сам для себя сформулировать. Но вот Никита Николаевич уже говорил об этом. Мы разослали анкету такую, провели мониторинг. Я очень признателен нашим организаторам, которые провели работу по ее анализу, анализ этих анкет, вот этого мониторинга. И я хотел взять вас. Спасибо. Вам взять слово. Да, я, конечно, не о мониторинге буду говорить, а по анкетам откликнулись всего 41 кафедра. А 20 лишним нас проигнорировали. Очень печально, конечно. И вот я хотела бы немножечко пройтись по тем вопросам и тем проблемам, которые они затрагивали в своих ответах, ответы по нерешенным для них вопросам. Первый и самый главный вопрос у всех – это недостаток финансирования. И будет ли финансирование со стороны ЮНЕСКО? Значит, наша кафедра одна из самых древних, как можно сказать. И когда-то очень давно, на заре наших кафедр, мы иногда получали финансирование. Это было небольшое, это было 3-5 тысяч долларов. Но это хоть какая-то так чуть-чуть подпитка была для проведения каких-то мероприятий. Но сейчас уже очень давно никакого финансирования со стороны ЮНЕСКО нет. Вы знаете, что особенно последние годы, там, конечно, есть соответствующие трудности, но, видимо, это не включено в их повестку дня оплачивать мероприятия кафедр. Не только кафедр, но и ассоциированных школ ЮНЕСКО и ЮНИВОКа. То есть эти работы все на добровольных началах. И все идут за счет тех структур,
которых они основаны. Поэтому не зря вы знаете, что в наших заявках прежде всего пишется финансирование. Мы пишем, насколько вуз способен финансировать. Значит, у нас есть заявка из очень достойного вуза, я не хочу, конечно, даже называть его, но тут сказали, отсутствие поддержки и внимания к кафедре со стороны руководства и администрации университета. Но на это я могу только одно сказать. Это все зависит от кафедры, от работы ее и от связи с руководством. Без поддержки руководства вообще кафедры быть не могут. И поэтому, когда создаются кафедры, мы настоятельно рекомендуем, чтобы во главе стоял кто-то из руководства. Лучше всего, конечно, ректор. Дальше я хотела бы еще... тут это вопрос, о котором мы больше говорить, наверное, не будем. Это бессмысленный вопрос. Следующим вопросом, значит, многие спрашивают, что это... Да, и вот в том же вопросе они задают совершенно непонятный вопрос о юридическом характере. Мы все знаем, что кафедры не юридические лица. Мы находимся в структурах вуза. Поэтому о юридической составляющей тут не может разговора. Задают такие вопросы, которые, в общем-то, странно, но очень многие спрашивают. Это недостаточность налаженных контактов с другими кафедрами ЮНЕСКО здесь и за рубежом. Но простите, причем очень многие задают такой вопрос. Вот это, в этом состоит работа кафедры. И если у них хорошо, вот сейчас и Никита Михайлович отметил, и Владимир Константинович отметил, дело в том, что ведь когда вы составляете заявку, в этой заявке четко написано, что у вас должны быть связи и с кафедрами. Когда вы составляете заявку, вы пишете все. Вы пишете такие связи, просто необыкновенные. А потом в результате оказывается, что, к сожалению, этого нет. Поэтому я не знаю, вот как нам быть. При составлении заявок, когда мы проверяем их, то, я не знаю, как-то достоверность, наверное, проверять каким-то образом, потому что потом очень многие задают такой вопрос. Из 40 заявок, которые это ответы на анкету прислали, чуть не на каждой второй недостаточно связей. Значит, эти связи – основа основ нашей деятельности, деятельности кафедр. И вот сейчас и Никита Михайлович подчеркнул, что у нас не хватает работы. И в связи с этим есть очень хорошее предложение в связи с удаленностью отдельных кафедр ЮНЕСКО, как в составе РФ и международных кафедр, мы считаем необходимым создать виртуальную площадку на объединение кафедр с целью обмена опытом проведения конференций, форумов с привлечением отечественных и международных экспертов. Но сейчас это доступно всем. И, наверное, это очень хорошее предложение. И каким-то образом мы, наверное, будем и с Координационным советом, и с Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО, наверное, будем думать, как это сделать. Это интересное, хорошее предложение. Еще вопрос хороший, и я думаю, что он будет адресован нашему новому Министерству науки. Это вопрос к тому, это вопрос финансовый. И, может быть, можно выделить какие-то средства на гранты. Гранты для проведения каких-то исследований, конференций, конгрессов и других интересных мероприятий, которые проходят в рамках нашей кафедры. И вот, наверное, мы через Бориса Валерьевича вот такое предложение мы можем внести, чтобы он походатайствовал и каким-то образом, что, может быть, это можно было бы сделать, это было бы большим подспорьем для всех, для нас. Ну, основных таких больше вопросов нет, те, которые бы вызывали все остальные. Многие написали, что трудностей нет, кафедры работают
нормально и достаточно устойчиво. И вот в конце моего такого небольшого выступления я хотела бы попросить вас всех, не будете ли вы возражать? Вы все знаете Ингу Мишаненц. Знаете все. Все с ней работали 90% наших кафедр. Она помогает абсолютно всем. И вот сейчас последние кафедры, которые мы это проводили, она с ними очень активно работала. Сейчас она провела великолепные в Петербурге. У вас съезд был или что у вас был? Как называлось ваше мероприятие? Конференция, конгресс? Дни Арктики, президентской библиотеки. Нет, 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 в Петербурге, я говорю. Конференция. Это была конференция. Посвященная проблемам качества жизни. Да, качество жизни, но связанное с ЮНЕСКО. И вот она от ЮНЕСКО приезжала в Петербург, сделала очень хороший доклад. Все правильно я излагаю? Абсолютно. Да. И я вообще считаю, что это очень активный, очень такой серьезный человек. Завтра я буду делать выступление. И если вы не возражаете, вы могли бы перед генеральным директором выразить свою благодарность одному из членов ЮНЕСКО. Как вы считаете? Спасибо вам большое. Я думаю, что, ну, я так и скажу, что это, значит, принято было на конгрессе кафедры ЮНЕСКО, то, что вчера начался. Спасибо всем большое. Спасибо. Уважаемые коллеги, я приношу извинения за небольшую техническую оплошность с моей стороны. Я не представил, Алла Матвеевна уже дала Борису Валерьевичу поручение только что, а я его до этого не представил. Борис Валерьевич Железов, замначальника департамента международного сотрудничества Миноборнауки Российской Федерации. Я бы хотел вас поблагодарить, во-первых, за то, что вы нашли возможность поучаствовать в работе. Но это не дежурная благодарность. Я просто хотел бы акцентированно сказать, те, кто работает давно в этой сфере, в сфере кафедры ЮНЕСКО, вы все прекрасно помните, что мы не один десяток лет работали, практически не имея внимания со стороны профильного министерства. Это не министерство иностранных дел, а министерство, которое занималось в России образованием и наукой. И только вот с приходом Юлии Васильевой и затем вот нынешнее новое руководство уже нового министерства образования и науки столь предметно и заинтересованно обратило внимание на нашу работу и старается нам помогать. Мы это чувствуем, и не только на этом конгрессе, но и до этого в практической работе. Большое спасибо. Коллеги, переходим к обсуждению текущих, наболевших проблем, к обмену опытом, кто как из вас сочтет необходимым построить свое выступление. Я хотел попросить взять слово Юрия Алексеевича Горячева, координатора кафедры работы ЮНЕСКО Московского педагогического университета. Если вы не возражаете, дальше я попросил бы, может быть, выступить наших коллег из Петербурга, монаха Валерия Михайловича или Бориса Анатольевича Белсана. Кто из вас? Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, позвольте в пределах регламента кратко остановиться на тех вопросах, которыми вот уже на протяжении большого количества лет занимается коллектив нашей кафедры. Уже в самом начале своего выступления мне бы хотелось отметить деловой характер, который был проявлен председателем Координационного комитета, его кратким, но весьма четким докладом, который, в общем-то, охарактеризовал одновременно эту слаженность работы, которая наблюдалась. За этот период было проведено очень много
интересных мероприятий, как на территории Москвы, так и на территории других городов. И несколько раз это имело место в Казани. Пользуясь случаем, присоединяюсь к тем словам признательности и благодарности в адрес коллектива ТИСБЕ. Спасибо большое вам, Наталья Матвеевна, за прекрасную организацию в прошлом и в настоящем, и за активную деятельность, возглавляемой вами ассоциацией ассоциированных школ ЮНЕСКО, с которыми, со многими из этих школ, не только из Москвы, но и из регионов Российской Федерации, наша кафедра на протяжении уже второго десятилетия поддерживает прочные контакты. Я хотел бы проиллюстрировать, что на первом этапе краткие страницы из истории нашей кафедры. Там. Кафедра начинала работу в 90-е годы. Было специальное решение правительства Москвы о вопросах, связанных с развитием этнокультурного образования. Это было очень актуально в то время, сохраняет актуальность и сейчас, поскольку одна из причин той катастрофы, которая имела место, это недостаточное внимание к вопросам межкультурных отношений, в целом к вопросам государственной и национальной политики. И мы чувствуем вовремя, так сказать, рекомендации, которые позволяют нам... Спасибо, если позволите маленькую реплику. Коллеги, по участнику конгресса вы поняли, да, что я предоставляю слово в порядке первым даю тем, кто будет управлять Координационным комитетом. Да. Вот. Ну, собственно говоря, у нас с Владимиром Константиновичем такая договоренность, как вы понимаете, да, была. Вот. Теперь хотел бы коснуться некоторых общих проблем деятельности кафедры ЮНЕСКО. Если позволите, я не буду свое выступление в форме отчета о работе кафедры строить, тем более, что, собственно говоря, эти материалы, я думаю, при желании могут быть доступны, они регулярно предоставляются в соответствующие, так сказать, инстанции, которые надзирают за нашей деятельностью. Но хотел бы сказать о некоторых вопросов, которые, может быть, здесь прозвучали и являются актуальными. Один из них связан с тем, что, собственно говоря, вот есть некоторое ощущение того, что наши кафедры недостаточно сплочены, недостаточно, так сказать, все кафедры сотрудничают в решении глобальных задач, которые стоят перед ЮНЕСКО как организацией. Вопрос не только там, ну, больше или меньше активности тех или иных кафедр. Это вопрос очень важный для всех, кто разделяет ценности ЮНЕСКО. Ибо, как мне представляется, мы переживаем такой момент в нашем мире, когда вот впору задуматься, а, собственно говоря, каким был мир и опыт человечества, когда ЮНЕСКО возникла как организации, какие задачи, цели она перед собой ставила. Да? И сегодня мы живем в ситуации, когда вот ставятся, так сказать, в каком-то смысле под сомнение эти задачи и ценности, которые изначально существовали и поддерживались этой организацией. Я думаю, что в этой связи от нас кафедра ЮНЕСКО вот, требуется достижение несколько большей, как теперь модно говорить, социальной сплоченности. Да? Помогали нам всегда и в оформлении документов, и в организации каких-то вещей, и вообще в каком-то правильном направлении мы всегда советовали с вами. Спасибо вам большое. Значит, кафедра ЮНЕСКО Института стран Азии и Африки. Она называется «Востоковедение африканистика, современные методы изучения и преподавания». Я хочу сказать, что ну, Институт стран Азии и Африки – это вообще как бы Московский государственный университет, это серьезная востоковедная академическая школа,
которая насчитывает, ну вот с момента образования Московского университета, как Елизавета выпустила декрет о том, что Россия это, все воспринимали, что это не государство, нация, это все-таки особая цивилизация российская, поэтому необходимо учить восточные языки. И вот, собственно, в Московском государственном университете практически 250 лет занимаются этим на разных факультетах сначала, и на историческом, и на филологическом. А потом, в 1956 году, был создан наш институт стран Азии и Африки. И, вы знаете, была такая история, что Хрущев Никита Сергеевич поехал в Индию, и вот начал, так сказать, беседовать, и ни одного переводчика с хинди не нашел. И тут он приехал и сказал: что за безобразие, меня никто не переводил, плохо понимаю. И медленно создали институт, он назывался Институт восточных языков, то есть из исторического факультета, с филологического факультета. Мы собрали всех специалистов тогда в Московском университете, и вот институт был создан. И с этого времени это действительно серьезное востоковедение у страны, очень известный. И сейчас вы посмотрите структуру, я, собственно, не буду даже очень долго останавливаться. Это три отделения, сейчас вы посмотрите, это 20 кафедр, это очень как бы серьезная лаборатория. Хотела бы остановиться только на отделение, которое, на мой взгляд, сейчас очень важны. Это отделение исламоведения и арабистики, это международный центр корееведения, это отделение Нусантары, комплексные исследования малазийских и индонезийских исследований. И очень важная лаборатория, которая сейчас есть у нас в институте, которая действует, это изучение восточных языков в средней школе. Поэтому, собственно, структура института, она видна. Но мне бы очень хотелось остановиться на теме, что у нас преподавательский состав серьезный очень. Это более 300 преподавателей, профессорско-преподавательский состав. Это очень серьезные люди, которые входят в международные ассоциации корееведов, индологов, тюркологов, арабистов, китаеведов. И самое главное, что очень много наших членов-преподавателей, они входят в Европейскую ассоциацию арабистов и исламоведов. Более того, профессор Кириллина, она является руководителем, одним из руководителей Европейской ассоциации арабистов и исламоведов. А у нас есть академики, Кудилин, Смирнов, то есть серьезные люди, которые тоже занимаются, так сказать, арабистикой. И они тоже входят в Европейскую ассоциацию арабистов и исламоведов. И еще у нас есть такой очень знаменитый человек Мельянцев, который, профессор Мельянцев, который входит и в научный комитет Организации Объединенных Наций по социальному и экономическому развитию. Он консультант Организации Объединенных Наций. Пассивная и экспертная деятельность, обмен специализированной информацией. Мы серьезно относимся к целям устойчивого развития, которые страны-участницы ООН договорились достичь к 2030 году. Для нас, безусловно, проект «Юнитин кафедры ЮНЕСКО» является самым любимым. Мы считаем, что он очень эффективен для достижения этих целей. Но, опять же, для нас, я думаю, что и для всего сообщества, цель номер три – здоровье и благополучие в сокращенном варианте является центральным, поскольку все остальные 16 так или иначе связаны со здоровьем или с системами здравоохранения. Современная система, любая охрана здоровья граждан в центре виде человека и рядом с дисциплинами медико-биологическими, фундаментальными, клиническими стоят дисциплины и науки об общественном здоровье. Я хочу подчеркнуть, общественное здоровье и организация здравоохранения – это разные вещи. Речь идет о влиянии общества на здоровье и здоровье на общество. Биоэтика – важнейшая составная часть, междисциплинарная область, где объединяются усилия гуманитариев и естественных наук для сохранения жизни на Земле и обеспечения благополучия. Владимир Константинович, когда классифицировал кафедры ЮНЕСКО в России, не знаю, какими, куда нас отнес, но я, выполняя ваши поручения, вас очень благодарю за то, что вы это сделали правильным образом. В 2009 году ЮНЕСКО разработала базовый курс
В 2008. В 2009 году МГУ имени Ломоносова и еще один МГУ Минский апробировали этот курс. Годом спустя курс этот апробирован был в Казанском государственном медицинском университете. Мы сразу увидели, что студенты лучше стали понимать биологию. Благодарить Координационный совет за то, что они довели и продолжили кафедру, работу кафедры в прошлом году. И вот у меня заведующих кафедры, я постараюсь не подвести. Ректором я работаю вот чуть больше года, постараюсь не подвести, потому что понимаю, что сегодня вот кафедра Жизненская не позволяет нам значительно расширить возможности университетов. И поэтому для нас, для вот Астраханского государственного университета, который сегодня занимается серьезной трансформацией своей работы, своей деятельности, учебных и научных проектов и программ, это серьезная поддержка и подспорье. Мы для себя определили ряд приоритетных направлений кафедры Минска, отвечающие основным целям реализации наших образовательных программ для тех категорий населения, на которых мы работаем. Мы выработали сегодня новую стратегию для университета, и направленность наша – это страны, это территории Юга России, это страны Прикаспия, это Центральная и Юго-Восточная Азия, те традиционные партнеры, которые были для Астрахани как-то платформ глобальный доступ в Азии. Все это нам позволяет привлекать и в эту работу различные институты и структуры и европейские, и евроазиатские. Есть планы создания центра азербайджанского языка и культуры в этом году. Есть планы создания с индийскими партнерами центра языка хинди и индийско-российских научных исследований. Подписали только недавно ряд соглашений в этом плане. И мы все равно выстраиваем работу вот, и координируем работу именно на каспийскую тематику. И в широком таком понимании Каспия создаем сейчас научно-образовательный центр каспийский. И уже в рамках этой работы создан консорциум вузов в транспортно-логистической сфере. Я считаю, что вот важно для взаимодействия нам выстраивать коммуникации. Это одна из главных, наверное, проблем и тормозов в развитии наших сотрудничества с нашими, между нашими регионами. Ну, Астрахань находится рядом с Туркменией, с Ираном, с Азербайджаном, с Узбекистаном, с Таджикистаном, с Индией. А транспортное сообщение идет через центр, через Москву. Вопреки, а не потому, что вот взаимодействуют и создаются новые направления предприятий. Я сравнивал, сколько в валовом региональном продукте позапрошлом веке было в Астраханской составляющей от торгово-экономического сотрудничества, сколько сегодня. Более 60% это доходы были за счет коммуникации, торговли и выстраивания взаимоотношений вот таких. У вас успешно развивается научная школа формирования личности будущего учителя как субъекта профессиональной педагогической деятельности, возглавляемым профессором доктором педагогических наук Равилем Борисовичем Сатуллиным. Еще до открытия кафедры в 2014 году коллектив ученых БГПУ выполнил грант на тему «Многомерная модель подготовки полифункционального педагога». И имея такой научный задел, кафедра ЮНЕСКО приступила к разработке модели подготовки полифункционального педагога для современной сельской школы и его внедрения в рамках университета. В своей деятельности кафедра прежде всего реализует идеи программы образования 2030, образование для устойчивого развития, имея, конечно, в виду такую цель, глобальную цель номер 4, как обеспечение качественного образования. Мы благодарны университету управления ТИЗБ, лично Вере Матвеевне, Вере Ильине за то, что они дали нам такое высокое доверие. 2 года назад, когда мы подали заявку, лично не зная о нашей деятельности, дали нам рекомендации и предложили открыть представительство в городе Тюмени. У нас это большая честь, и мы на этот лет сделали тоже немало проектов. Но мне сегодня хотелось бы рассказать о таком проекте, который, скажем так, может выступить объединяющим для
скажем так, проект вот именно Кургиды ЮНЕСКО. Это возрождение золотого шитья. Мы, значит, нашли такие данные, документы о том, что золотое шитье развивалось в Сибири на протяжении 4 веков. Но мы стали искать, откуда же оно вообще появилось на Сибири. И, конечно, это великий шелковый путь и первые находки археологического золотого шитья. Это именно четвертый век до нашей эры. Наш местный культура, он довольно-таки молодой вуз. Мы были образованы в 1991 году, в тот период сложный для нашей страны, когда были экономические и политические трудности. Правительство нашего государства осознавало, что именно культура является тем фундаментом развития любого общества, и что именно вот эта вот поддержка такого вуза будет основой для нашего региона. Как вы знаете, чем мы важны для мирового сообщества в цели изучения природного комплекса и его влияния на глобальные изменения климата. Вот если мы посмотрим на этот слайд, климатическая доктрина, давняя, 9-й год, но субъекты Российской Федерации должны разработать и реализовать меры по адаптации к изменению климата. Послать-то послали, а к чему адаптироваться не сказали. И до сих пор как таковых индикаторов или показателей нет. Поэтому в этих условиях актуально и субъектам самим выкарабкаться из этой проблемы. Вот кафедра, по сути, посвящена этой проблематике. Проблемы экологические, которые влияют на состояние климата, очень большие. Если взять 108 тысяч километров трубопровода, это почти 2,5 экватора Земли, понятно, что у нас аварии были и будут, как таковые, будет загрязнение. 1,5 миллиона тонн пока что в год еще выбрасываем, хотя в 2 раза снизили. Парниковые газы, провели инвентаризацию в прошлом году. И, к сожалению, мы еще 89% обеспечиваем только от выбросов 90-го года, а постановление правительства определено к 30-му году надо выйти на 75%. Не получается. И даже если мы утилизацию доведем до 98%, если даже всю дистранс проведем на газомоторное топливо, максимум будет 82%. Значит, надо другие задействовать механизмы. Вот здесь и мне надо кафедру поизучать именно как болото, как поглощающий фактор, как наши леса являются тоже самопоглощающим фактором. Вот это все легло в основу кафедры. Цель – содействие развитию интегрированной системы междисциплинарных наук, исследования, обучения, информатизации в области изучения естественной топогенной динамики. Направления, приоритетные направления научно-исследовательной деятельности показаны. Я бы обратил устойчивое экологическое безопасное развитие нефтегазового комплекса в условиях высокой заболоченности северо-западной Сибири. Для нас одинаково, скажем, плохо это распространение северной мерзлоты на вечной мерзлоты на юг. И, скажем, потепление для нас, может быть, и какие-то положительные моменты найдем, но, скорее всего, то же самое будет зоны потопления, попадают месторождения, которые находятся в пойме. Те же самые губительные процессы будут связаны с разрушением. Стационар Мухина – это тот, наверное, интерес, который представляет на данный момент кафедра и те исследования, которые проводятся на этом стационаре. Я обзорно пройду это пункты наблюдения. Болото в 30 километрах от города Ханты-Мансийска, не затронутое техногенной деятельностью, представляет все виды и разные горизонты заболачивания и представляет из себя грядовое мочежинное болото, как раз удобный объект для исследования. Направление цели создания стационара показаны. Направление научных исследований, созданы условия, двухэтажный домик построен для персонала, особых условий сильно никаких нету, но необходимые условия для проведения исследований как таковые имеются. На болоте для летнего прохождения построены 1,5 километра деревянных дорожек, которые позволяют в любое время года проводить исследования. Полностью обеспечить системы альтернативными видами энергообеспечения, это ветряк и солнечные батареи. Кроме того, наши коллеги подключились и установлена спутниковая антенна, что позволяет передавать видео и данные, снимаемые в международную сеть, и возможно наблюдение за работой приборов и проведение эксперимента с любой точки земного шара.
Лабораторное оборудование уже представлено с левой стороны, с правой стороны это финское оборудование. И то есть наши иностранные коллеги на данном стационаре ставят свое оборудование, получаем определенные результаты, которые они тоже используют. Вот основная тема, наверное, измерение потоков парниковых газов. И здесь для измерения потоков в эквиваленте СО2 и метана, метан более теплотворный, чем, по сути, в 20 раз, чем эквивалент СО2, переносные 9 постоянных камер и микрометеорологическая система измерения вихревых потоков. Это наши финские коллеги установили, получаем совместно данные, они сидим мы себе для обработки. Функционирование болотных экосистем, то есть повышаем температуру, повышаем уровень или понижаем грунтовый ход, смотрим, как отражается на биоценозы. Все погодные и все сезонные. Это и лаборатория для студентов с коллегами из самыми высокими категориями учеными, проводят совместные исследования, обсуждения, споры проходят даже. И мы получаем студентов с 11 года, на как реализуется магистерская программа «Экология и охрана биосистем». Чем еще интересно, то есть вошли с 11 года Интеракт 1, 16 по 20 год, Интеракт 2. Вот здесь самое интересное, если мы посмотрим, наш стационар, по сути, в Западной Сибири, он, по сути, единственный. И поэтому, если обратите внимание, из 20, включая, если мы вошли в программу транснационального обмена, по востребованности, как это не удивительно, для нас было удивительно, стационар Мухрина, вот с той слабой его, скажем так, ну, презентабельностью, условия, которые ученые там находятся, он это занимает третье место по посещаемости, востребованности. Стационар вошел в евразиатскую сеть, международный консорциум для понимания и прогнозирования социальных значимых изменений в Сибири, с нашими коллегами с сибирских институтов. Международные симпозиумы проводятся, конференции. Это задействованность. Портал о биоразнообразии Северо-Западной Сибири двуязычный. Пример грибы показаны. Я обратил бы внимание, на кафедре одноименный выпускает журнал два раза в год. И индекс цитируемости 1154, по сути, это уровень ваковских журналов. В итоге деятельности и контактные телефоны. Коллеги, я хотел бы призвать кафедры, кто российские, международные, если есть интерес по данной тематике, мы были бы очень признательны, если бы вы подключились и получали информацию тоже от вас по данной тематике. Спасибо. Спасибо, Сергеевич. Спасибо за приглашение. Коллеги, небольшая техническая накладка у меня произошла, в аэропорту Казанском. Наша коллега, которая просила выступить Девяткина из Ульяновска. Сейчас маленькая пауза. Готовы, коллеги, да? Да, все, спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Ксения Кузнецова. Я представляю кафедру Ульяновского изучения и сохранения деревянной архитектуры, которая создана на основании трехстороннего партнерского соглашения между ЮНЕСКО, Петрозаводским государственным университетом, музеем-заповедником Кинджи. Почему именно мы? Дело в том, что Корея, откуда мы, где мы находимся, издавна славится своими памятниками деревянной архитектуры, и у нас накоплен огромный опыт по их сохранению. Таким образом, например, в Петрозаводском государственном университете уже более 40 лет действует научная школа академика Арфинского, которая называется научно-исследовательский институт историко-теоретических проблем народного зодчества. Школа эта занимается как научными исследованиями в области деревянного зодчества, так и прикладными разработками, связанными с сохранением архитектурного наследия. Ну а музей-заповедник Кижи, собственно, который я и представляю, но я могу рассказывать бесконечно, это один из крупнейших музеев деревянной архитектуры, в котором сосредоточено около 8. Интересно будет посмотреть. Причем те, кто сотворили это фирма «Свега» Санкт-Петербург. И они здесь, и они пройдут вместе с вами.
У нас есть специалист, который вам покажет буквально в течение 10-15 минут. Это будет аудитория 134, это спускаетесь на первый этаж. Значит, то там не очень много народу, наверное, если вы на две половиночки разделите, 10 минут одни, 10 минут другие. Но я думаю, интерес вызовет абсолютно у всех это. И второе я хотела сказать. После этого мы все дружными рядами одеваемся, где-то в районе без 27, и идем в соседнее здание, оно прямо действительно соседнее здание, ресторан «Милан». Но я хочу сказать, те, кто приехали и у кого вещи с собой, на первом же этаже, там где эта аудитория 134, тоже будет открыта одна аудитория, в которой вы можете оставить свои сумки, чемоданы, чтобы нести с собой в ресторан. Поэтому потом автобус подъедет уже к нашему вузу и заберет вас отсюда и отвезет. Вместе с чемоданами. Пожалуйста, вы хотели вопрос. Так, пожалуйста, вопрос. Я прошу прощения, вы, может быть, меня пропустили, может быть, нет, но мне бы хотелось буквально два слова сказать, потому что у меня есть конкретные два предложения. Жилавская, Ирина Владимировна. Вы хотите выступить сейчас? Три минутки, да. Ну, три минутки, пожалуйста, у нас ровно три осталось. Нет, может сегодня, может завтра, у нас завтра продолжается работа. Наша завтра продолжается. И записавшихся еще 22 человек. Хорошо, если завтра можно, я тогда завтра. Пожалуйста. Конечно, продолжение завтра. Пожалуйста, подскажите мне завтра с утра, Ирина Матвеевна, мы сориентируемся. С удовольствием. Значит, поскольку завтра у нас будет государственный советник Шаймиев и наша гостья Азуле, вот сейчас они уже едут в аэропорт с Григорием Эдуардовичем, значит, просьба не опаздывать на автобусы, которые будут поданы, поскольку у нас... Во сколько? Нет, 10, автобус во сколько? 9 часов. В 9 часов у гостиницы. Нет. Так? Здесь нечего так долго здесь делать. 20 минут 10-го вы выйдете, это рядом, через 10 минут. 9.15. Это все нормально. 9.15 вы выходите, приезжаете сюда в половине, и мы вас ждем уже там. Спасибо. Спасибо. Еще полминуты, извините, Оксана Викторовна, пожалуйста. Лекции. Наш университет и наш центр ВМС «Беленевок» закрывает два модуля. Это профильный модуль и обзорный модуль. Вот, чтобы реализовать обзорный модуль, на обзорном модуле мы готовим наших учителей к инновационным технологиям. И в прошлом году на базе нашего университета была открыта экспериментальная площадка по системе 3D-визуализации учебного процесса. Хочу сразу сказать, что мы работаем сравнительно недавно, но с этой компанией сотрудничаем очень давно. Это компания «Свега Компьютер», которая предоставила нам достаточно уникальное оборудование. Если раньше оборудование 3D использовалось только в развлекательных целях, то в нашем случае это оборудование используется в образовательном процессе. Компания «Свега Компьютер» закрыла, в общем-то, 4 направления в качестве эксперимента. Это высшая школа, это среднепрофессиональное учебное заведение, это школы, и мы вот как модуль повышения квалификации. Я сразу хочу сказать, уважаемые коллеги, то, что я вам сейчас буду показывать, это предназначено для школы. Мы вам это показываем в качестве демонстрации возможностей 3D-оборудования. На ваших столах лежат очки. Очки медицинские адаптированы, то есть их можно одевать поверх медицинских. Помимо этого, эти очки работают таким образом, что... Гостям.
конечно, никого не забыть. И это замечательная погода, создание солнечное, поскольку восток, который, ну, если пойти с востока, то у нас бывали заведующие кафедрами из Владивостока, Якутска, Тюмени, Ханты-Мансийска, Уфы, Астрахани, естественно, Казани, из Карелии, Петербурга, Москвы. Я хотел бы снова подчеркнуть, что наши кафедры не только взаимодействуют с теми кафедрами, которые работают в России, но и стараются работать с кафедрами, которые находятся в зарубежных странах, прежде всего, придерживаясь линии, которая давно идет по имени ЮНЕСКО, это внимание кафедрам университетов развивающихся стран и стран, которые сегодня поднимают свою коронавирусу. У нас вчера в этом отношении были, на мой взгляд, достаточно интересные консультации, больше того, сформулированных предложений. Женщина всегда обращается. Спасибо огромное. Да, еще раз. Уважаемая генеральный директор ЮНЕСКО, госпожа Бодрядовна, уважаемые участники Всероссийского конгресса, кафедры ЮНЕСКО, арматле конгресс Вакиля. Приветствую вас на земле многонационального Татарстана, столица нашей республики, в городе Казани. И заседание у нас проходит в историческом здании, которое сейчас служит как ратуша городского парламента. Прежде всего, хотел бы от всей души выразить признательность госпоже Андреа Зуле. Она, как вы знаете, в рамках короткого визита в Российскую Федерацию и вчерашней встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным сегодня, накануне 8-го дня 8 марта, вместе с нами принимает участие в открытии Всероссийского конгресса кафедры ЮНЕСКО. Огромное вам спасибо за это уважение и за это прекрасное деяние. Желаем вам на этом ответственном посту долгие годы служить тем прекрасным целям претворения в жизни, которые возложены ООН ЮНЕСКО. Считаю уместным подчеркнуть, что диалог по вопросам образования, науки и культуры между структурами ЮНЕСКО и Республики Татарстан развивается успешно. Появляются новые связи сотрудничества, проводятся совместные мероприятия образовательного и культурного характера. Были организованы Дни Татарстана в штаб-квартире в Париже. С особой благодарностью хотел бы сказать о миссии консультативных органов ИКОМОС и ИКРО, когда мы работали над материальным наследием, восстановлением их древних городов Болгар и Свиярск. Их рекомендации, экспертные мнения, которые способствуют признанию наших памятников, и оно состоялось, истории культуры, выдающейся универсальной ценностью, включенные в список всемирного наследия. Мы рады также приветствовать генерального секретаря Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, который здесь присутствует, тот и не доехал еще, ректоров ведущих вузов Российской Федерации, руководитель кафедры ЮНЕСКО. Кафедра ЮНЕСКО – это поистине образовательные мосты, соединяющие академический мир
гражданское сообщество, деятели науки, культуры и политики. Являясь частью всемирного плана межвузовского сотрудничества и академической мобильности, принятого на 26-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1991 году, кафедра ЮНЕСКО Российской Федерации играет все более важную роль в обмене опытом, знаниями и информацией, относящихся к высшему образованию и развитию науки. Сеть кафедр ЮНЕСКО аккумулирует передовой опыт и способствует его широкому распространению в интересах устойчивого развития. Академическая мобильность, диалог, сетевая структура и содействие выполнению программ ЮНЕСКО определяет главную роль проекта «Уитвей» в разработке инновационных образовательных методик и расстановке. А в 2016 году первая в России кафедра по медицинской биоэтике Казанского государственного медицинского университета. Очевидно, что такие направления, как сохранение среды обитания и безопасность жизнедеятельности, биоэтика в области здравоохранения и развития медицинской технологии являются не просто актуальными в современном обществе, но и жизненно важными для сохранения человечества. Я должен сказать сегодня, ректор присутствует здесь, федерального нашего университета, наш университет сейчас вернул направление и очень хорошо оснащается и медицинское направление, которого в свое время было выделено для медицинского университета как учебное заведение, она продолжает успешно работать, да, наука. И это совершенно правильно. Как может университеты, ведущие научные организации, не заниматься человеком, а здоровьем человека прежде всего? И это прекрасное направление, и этот прекрасный мировой опыт. Сейчас мы это успешно внедряем. Вот руководители этих направлений и организаций. Мы вам благодарим за это. В этом процессе необходимо отметить особую координирующую роль Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, председателем которой является министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров, ответственным секретарем Григорий Эдуардович Анжаникидзе. По-моему, этот человек рожден, чтобы работать и служить целям ЮНЕСКО. Это образ. Такой, какой есть в этот. Лучшего я даже не представляю на ближайшее будущее. Вот такими должны быть представители ЮНЕСКО в мире. Пользуясь предоставленной возможностью, вкратце хочу поделиться нашими уже, госпожа Азулия, новыми планами и проектами, прежде всего, в области образования. Как известно, ЮНЕСКО провозгласило 4 важных принципа образования в 21 веке. Учиться, чтобы знать, учиться, чтобы уметь, учиться, чтобы жить, учиться жить вместе. Лучше не скажешь. Прекрасные слова и прекрасный посыл для всех нас. В этом году Республика Татарстан приступила к строительству и созданию общеобразовательных полилингвиальных комплексов, которые призваны обеспечить конкурентное образование на двух государственных, это русском татарском и международном английском языках. Стать новой школой, применяющей эффективные образовательные практики, ученики которой ценят свою, понимают чужие культуры, вносят существенный вклад в развитие общества. Я являюсь руководителем фонда Возрождения, который древние рады и Болгарии, и Свиярске, и Казань возродили, и все три объекта Российской Федерации за последние годы, это включенный список ЮНЕСКО из Республики Татарстан. Мы этим гордимся, и мы заявляем, мы готовы, у нас прекрасная команда, которая понимает требования ЮНЕСКО, методы, способы, как надо материальное наследие восстанавливать для того, чтобы
они обрели всемирную ценность, как наследие человечества. И этим, я думаю, что назвать здесь и ректор строительной академии, они прекрасно этими вопросами занимаются. Я вам должен сказать, мы пользуемся услугами тысячи экспертов ЮНЕСКО, которые в различных структурах работают по всему миру. Первый из шести запланированных на ближайшие 3-4 года полилингвиальных комплексов, первый мы начали это в начале этого года, уже 1 сентября 2020 года примет учащихся. Он будет создан в столице республики, мы так начали, где исторически сконцентрирован сгусток представителей многих национальностей, в том числе и коренной татарской. Акценты, которые вы расставили, мы действительно вчера много говорили об этом. Наши кафедры работают здесь, в Казани, уже не первый раз. И мы все прекрасно ощущаем, какое огромное внимание проблемы образования, науки, коммуникации, культуры оказывается в республике, оказывается в Казани. И начиналось это именно с большой вашей поддержки, с вашим участием, которое вы продолжаете до сих пор. Спасибо огромное. Генеральный директор, уважаемый Тимур Шарипович, я хотел бы приветствовать всех вас, дорогие друзья здесь, за то, что вы откликнулись на наше приглашение и приняли участие в сегодняшней конгрессе. Я также хотел бы поприветствовать наших гостей из Зеленского, госпожу Берти Дроскер, господина Косионидиса и господина Сайти. И также очень приятно поприветствовать здесь мою коллегу из Армении, Лену Терзиян. Спасибо большое, что вы приехали. И прежде всего хотел бы, Леонид, поблагодарить вас за эти теплые слова, которые вы в своем выступлении обратили в мой адрес. Спасибо большое, это вклад в дальнейшей работе. И в связи пару слов буквально забыл ваше внимание, в связи с вашей инициативой по создание такой мультилингвальной школе, я хотел бы информировать вас и всех собравшихся, что по инициативе Франции в повестку дня предстоящей сессии исполнительного совета включен пункт преподавания иностранных языков, лингвистическое разнообразие и я помню, проекта этого решения исполсовета вам передал. В частности, Франция, ссылаясь на провозглашение 2019 года Международным годом языков коренных народов, резолюцию 30-й сессии Генеральной конференции об осуществлении языковой политики, основанной на многоязычии, предлагает проект, в котором странам-членам предлагается вести преподавание как минимум двух иностранных языков в дополнение к родному на всех уровнях образования, начальном, среднем и высшем. При этом акцент делается на необходимости увеличить инвестиции в подготовку преподавателей иностранных языков, к исследованию в области развития инновационной педагогики, основанной на многоязычии, приглашается и кафедра ЮНЕСКО. Поэтому, я думаю, та инициатива ведь уже как бы априори находит поддержку в международном сообществе, и мы намерены присоединиться к этому предложению Франции и в этой связи сделать больший акцент на продвижение этой инициативы по линии ВСМУ школы ЮНЕСКО. У меня также сегодня, так сказать, почетная миссия. Я хотел бы огласить приветствие организаторам и участникам 4-го Всероссийского конгресса кафедры ЮНЕСКО от имени председателя комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова. От имени комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО сердечно приветствую организаторов и участников 4-го Всероссийского конгресса кафедры ЮНЕСКО. Представители ведущих вузов страны собрались сегодня, чтобы подвести итоги работы российской сети УНИТВИН и наметить перспективы дальнейшего развития. За последние 4 года количество российских участников сети УНИТВИН увеличилось.
На сегодняшний день в нашей стране насчитывается 65 кафедр ЮНЕСКО. Расширилась география вузов, на базе которых открываются кафедры ЮНЕСКО, отличаются разнообразием областей исследований. В нашей стране был проведен целый ряд мероприятий по линии кафедры ЮНЕСКО. Прежде всего, хотелось бы отметить прошедший в Казани в сентябре 2017 года Международный форум образования 2030 «Новая концепция развития», посвященная 25-летию сети УНИТВИ. Одна из главных целей, к которой должны стремиться кафедры ЮНЕСКО, стать центром передового опыта, объединить усилия ученых, исследователей, педагогов, целого ряда российских и зарубежных вузов. Важно наладить обмен наилучшими достижениями преподавателями, студентами на региональном международном уровне для совместного решения поставленных странами-членами ЮНЕСКО задач, достижения целей глобальной повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В этой связи следует отметить работу Координационного комитета кафедры ЮНЕСКО, созданного решением первого Всероссийского конгресса кафедр в 2007 году. За годы работы комитет подтвердил свою эффективность в качестве консультативного органа при создании новых кафедр ЮНЕСКО и координации работы российских кафедр. Наличие данной структуры позволило укрепить взаимосвязь между кафедрами в России, проводить своевременную оценку их деятельности, приобщать их к программам ЮНЕСКО, оказывать содействие организации в поиске экспертов. Для придания нового импульса развитию программы УНИТВИН можно было бы рассмотреть вопрос о создании Международного координационного комитета этой сети. Рассчитываю, что российские кафедры станут активными участниками программы ЮНЕСКО. Важно использовать эту крупнейшую гуманитарную площадку для распространения российского научного и педагогического опыта, формирования позитивного имиджа нашей страны. Желаю участникам конгресса плодотворной и успешной работы. Сергей Лавров. Monsieur le Premier Président du Tatarstan, conseiller d'État et envoyé spécial de l'UNESCO, Monsieur le Président du Comité des chaires de l'UNESCO, Madame la Rectrice de l'Université, cher professeur Fedotov, qui était par là, Monsieur l'Ambassadeur de Russie à l'UNESCO, Monsieur le Secrétaire Général de la Commission Nationale de Russie à l'UNESCO, Mesdames et Messieurs, chers amis, je voudrais vous dire d'abord à quel point je suis heureuse d'être d'abord ici à Kazan, dans la République du Tatarstan. Et ce n'est pas un hasard que la République s'engage pour l'UNESCO, je crois, dans ses activités. Cela repose sur des valeurs qui sont anciennes, partagées, issues d'une histoire au carrefour des civilisations. Le Tatarstan a su intégrer dans la diversité et le respect mutuel, les différentes cultures, religions, traditions, histoires qui la traversent, et faire de cette histoire unique une richesse dans un monde justement où on cherche comment vivre ensemble. Cette philosophie s'incarne dans les trois sites du patrimoine mondial qui ont été inscrits entre 2000 et 2017 au terme d'un dialogue qui a été extrêmement fructueux, responsable, professionnel entre la République du Tatarstan et le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette richesse et cette diversité s'incarnent aussi dans le dialogue interculturel pour lequel s'engagent toutes les institutions et la société civile, et je veux remercier particulièrement notre envoyé spécial pour son action constante et notamment pour le forum sur le dialogue interculturel qui est organisé ici même à Kazan au mois de septembre dernier.
Et cette richesse, cette diversité s'incarne aussi, je crois, dans l'accueil qui nous est fait, qui vous est fait depuis hier et aujourd'hui, pour cette rencontre organisée, celle des chefs UNESCO de toute la Russie. Et à l'évocation des sujets de vos chefs, des lieux de diversité où elles se tiennent, je veux vous dire toute mon admiration et ma gratitude pour la contribution que vous apportez. Parce que s'il fallait dire ce qu'est l'idéal de l'UNESCO, je crois qu'ici, on pourrait s'inspirer des mots d'Ivan Turgenev, je le cite, « La dignité de l'âme humaine doit être le but principal de la vie. » Et l'UNESCO, notre organisation, c'est justement celle du savoir, de la connaissance, au service de la dignité humaine. L'UNESCO, il faut se rappeler d'où elle vient et pourquoi elle existe. Elle a été créée au lendemain du désastre de la Seconde Guerre mondiale, qui était un désastre humain, un désastre moral. Et l'UNESCO a été créée justement pour que la connaissance, la culture, l'éducation servent la paix, servent la dignité. C'est ce lien qui avait manqué dans les années qui ont conduit à la guerre. Et le travail que vous réalisez au sein des chefs UNESCO s'inscrit pleinement, je crois, dans cette ambition. Cette ambition de la connaissance au service du progrès et de la dignité. Ce travail effectué par les chefs en est même le moteur. Alors, vous êtes très nombreux, et je veux vous remercier, vous êtes très nombreux autour de cette table, très nombreux à tenir des chefs UNESCO en Russie, trois ici même au Tatarstan, y compris une dans l'université qui organise cette réunion. Merci, madame la rectrice. Et vous faites partie d'un réseau de plus de 735 chaires dans le monde, un réseau qui est extrêmement dynamique, puisque nous avons très régulièrement de nouvelles universités et de nouveaux chercheurs qui nous rejoignent. Et le réseau russe s'inscrit dans une tradition qui est très particulière, qui nous est très chère, une tradition d'excellence, excellence universitaire, excellence scientifique, diversité académique, diversité, y compris linguistique. En parlant d'excellence scientifique dans votre pays, je voudrais en profiter pour rendre hommage au professeur Alferov, prix Nobel de physique, mais aussi médaillé de l'UNESCO et ami de longue date de l'organisation qui nous a quittés la semaine dernière. Alors les chefs que vous représentez sont des laboratoires de pensée qui font avancer la recherche dans tous les domaines de compétences de l'UNESCO, dans l'éducation, la culture, les sciences exactes, les sciences humaines, l'information, la communication. Vous portez naturellement l'innovation et nous en avons besoin dans les grands défis qui sont devant nous. Les défis technologiques, écologiques, démographiques, les défis éthiques. Et vous le faites non seulement chacun dans vos spécialités, mais aussi en échangeant dans le réseau UNESCO au sein de la Russie, également avec d'autres chers à travers le monde. Vous permettez de confronter ces regards et ces approches dans une approche donc interdisciplinaire à travers cette mise en réseau, à travers des réunions telles que celle-ci. Vous permettez de partager des travaux d'excellence à l'échelle mondiale, à l'échelle du pays continent qu'est la Russie, mais aussi à l'échelle du monde, au service du bien commun. Et en cela, vous répondez, je crois, aux aspirations profondes de la jeunesse, qui perçoit bien qu'il y a une dimension mondiale dans les enjeux les plus fondamentaux de leur avenir. Il y a deux jours, au siège de l'UNESCO, trois jours, se tenait par exemple une conférence sur l'intelligence artificielle et ce qu'on peut percevoir déjà de l'impact sur l'éducation, sur la culture, sur la communication, évidemment dans le domaine scientifique et aussi dans les enjeux politiques. Et on voit bien que ce type de sujet nécessite une approche pluridisciplinaire et qui nécessite l'apport des chercheurs. Je veux citer une autre initiative que nous lançons et pour laquelle la contribution des chefs de l'UNESCO sera déterminante, une grande réflexion sur le devenir de l'éducation dans ce monde technologique, le devenir de l'éducation au XXIe siècle, avec la question justement de l'éducation pour vivre ensemble, que vous avez citée. Et ça veut dire aussi la question de la diversité culturelle, de la diversité linguistique.
question de la diversité linguistique est aussi très importante, je crois, pour vous, pour les chercheurs, pour les universités. Compte tenu du manque de diversité dans les langues de publication des travaux académiques à travers le monde, et ce manque de diversité doit être combattu, nous devons le faire ensemble pour que chacun puisse exprimer les diversités de la pensée à travers une diversité de la langue, y compris au niveau académique. Nous travaillons d'ailleurs beaucoup avec la Fédération de Russie sur la question de la diversité linguistique sur Internet. Je voudrais aussi vous dire que si parfois les relations internationales entre les États se tendent, ou même se dérèglent, le dialogue entre les chercheurs et les universités doit se poursuivre et se poursuivre. C'est le sens des travaux partagés que vous avez avec les communautés scientifiques du monde entier. C'est aussi le sens de la mobilité internationale des étudiants qui ne fait que s'accroître. Et cette, ce dialogue entre les chercheurs, les étudiants, les scientifiques, à l'échelle mondiale, c'est l'architecture profonde, je pense, de notre monde qui, au-delà des clivages politiques, nous fait avancer ensemble dans la même direction. L'UNESCO a vocation à encourager la facilité de ce dialogue à travers l'échelle UNESCO, ce qui concerne vos travaux, pour la mobilité internationale des étudiants, à travers une grande convention globale à l'échelle mondiale sur laquelle nous travaillons pour la reconnaissance des qualifications qui facilitera la mobilité. Une convention mondiale pour la première fois que nous allons présenter à la fin de cette année à l'UNESCO. Je veux donc conclure en vous souhaitant un riche dialogue, en vous remerciant de votre engagement, en vous disant que nous en avons plus que jamais besoin, en remerciant la Fédération de Russie, la Commission nationale et bien sûr la République du Tatarstan, la Fondation Renaissance et l'Université Kizbi qui nous accueille et qui nous aide. Merci beaucoup, je vous souhaite de fructueux travaux. Merci. Стала инновационным центром по разработке апробации и распространению передового
опыта в области подготовки и переподготовки специалистов в условиях рыночных отношений, это название нашей кафедры, и объединила участников всех трех сетей. Именно международная кафедра играет самую главную роль в обмене опытом, знаниями и информацией по всему комплексу вопросов и непосредственное идеологическое, учебное и научное сопровождение всех проектов, обеспечивая преемственность распространения гуманистических идеалов ЮНЕСКО. Я хочу подчеркнуть, что у нас все уровни образования, начиная от детского сада и кончая университетским образованием, послеуниверситетским образованием, дополнительным образованием, все входит в этот комплекс. Кафедра стала для сетей ключевым инструментом достижения целей устойчивого развития. Четыре направления: на обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможного образования на протяжении всей жизни. Кафедра установила долгосрочные партнерские отношения с таким крупным и ключевым проводником знаний в области информатизации систем повышения квалификации, как Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям и образованию. ИТО является единственным университетом ЮНЕСКО первой категории, специализирующейся в области применения ИКТ в образовании. Пилотный проект ассоциированных школ ЮНЕСКО и Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании «Умная школа будущего», запущенная на базе Международной кафедры ЮНЕСКО Университета управления ТИСБИ, Международной кафедры АИСИ и качества образования. Ассоциированные школы ЮНЕСКО на пути к будущему трансформировались в международную инициативу «Обучение для будущего», позволяющую сформировать единое информационно-образовательное и культурное пространство 42 участвующих ассоциированных школ ЮНЕСКО стран СНГ и Балтии. На данный момент этот проект активно развивается и переходит в новую фазу «Обучение для будущего. Россия». Министр просвещения Ольга Васильева говорит: «Мы должны дать учителю те технологии, которые он сможет взять, которые позволят ему быть наставником для своих учеников, которые в этой цифре уже рождены. Действительно нужно внедрять цифровые технологии со школьного периода и формировать компетенции в работе с ними. Применение цифровых технологий разовьет у школьников способность использовать массивы информации, освободит силы для творчества и повысит эффективность труда в дальнейшем». В связи с этим, по инициативе кафедры ЮНЕСКО Университета управления ТИСБИ, была организована экспериментальная площадка по апробации инновационных моделей, применяя все технологии и 3D-технологии в образовании, в том числе специальном и инклюзивном, что очень важно, поскольку Университет управления ТИСБИ фундаментально занимается инклюзивным образованием. Именно с целью повышения квалификации международной образовательной компетенции учителей, а также для предоставления возможности опыта между ними, Национальный координационный центр проект ассоциированной школы ЮНЕСКО в России совместно с комиссией России по делам ЮНЕСКО регулярно организует специализированные курсы повышения квалификации учитель ассоциированной школы ЮНЕСКО для участников проекта на базе международной кафедры ЮНЕСКО. На международном уровне кафедра ЮНЕСКО осуществляет сотрудничество по разным направлениям, как работает с Ирландским институтом технологии трейдинг. Вы установили контакты с кафедрой ЮНЕСКО, которая осуществляет свою деятельность по теме «Transforming the lives of people with disabilities through physical education, sport, fitness and recreation», которая очень созвучна с нашей деятельностью в том числе. В Южной Африке, в Йоганнесбурге, всемирно известный профессор Мизяев, это профессор нашего института и член международной кафедры института, работает в University of Johannesburg. Кафедра этого университета осуществляет свою деятельность по направлению Values Education Learning to Live Together. And мы надеемся, что на дальнейшее сотрудничество по этой теме будет очень плодотворным. В сентябре 2019 года запланирована поездка в Танзанию The Nelson Mandela African Institute of Science and Technology с целью установки партнерских отношений с
кафедры ЮНЕСКО в Танзании. Мы для вас определили ключевые мероприятия, проводимые совместно с Международной кафедрой ЮНЕСКО, охват всех, весь спектр мероприятий в рамках отведенного времени, к сожалению, ну, нам невозможно сказать все то, что проводится. Можно посмотреть на нашем сайте ЮНЕСКО, все это у нас отражено там. Мы уверены, что ознакомление с практиками деятельности российских кафедр ЮНЕСКО позволит вам, госпожа Азуля, оценить их место в международной сети межуниверситетского сотрудничества, наглядно увидеть вклад в развитие научных и образовательных программ ЮНЕСКО, нарастить взаимовыгодные связи с зарубежными партнерами через сети ЮНЕСКО. В современных условиях сети Медведь как никогда необходима поддержка и финансовая, и с точки зрения профессионального кадрового укрепления. Все объединения российских кафедр вчера на нашем конгрессе выражают благодарность заместителю координатора программы УНИФИН кафедры ЮНЕСКО Инге Нишаньян. Это настоящий профессионал, это человек, искренне болеющий за наше дело, и ее вклад в деятельность кафедры России неоценим. И поэтому, госпожа Азуля, мы очень просим вас обратить на нее внимание. Это человек, помогающий абсолютно бескорыстно кафедрам, и внесено очень много, она привнесла столько всего и помогает нам очень много. Пожалуйста, обратите на нее внимание. 15 лет она работает в этой сфере. Кафедра ЮНЕСКО объединяет профессионалов высшего образования, ученых и исследователей со всего мира по всем приоритетным направлениям деятельности ЮНЕСКО и представляет собой уникальное сообщество практиков самого высокого уровня. Мы считаем, что если уделить развитию сети достойное внимание, тогда ее потенциал будет максимально задействован в достижении целей, которые ставит перед собой организация. Спасибо большое. Спасибо, дамы, пожалуйста, генеральный директор. Сегодня у нас стало традицией, и нужно мне конгрессу предоставить людей с национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и с Сокольской независимости. С вашего позволения, я буду попросить вам слово ответственного секретаря национальной комиссии по делам ЮНЕСКО. Глубоко уважаемая госпожа Азуле, глубоко уважаемая госпожа Азуле, многоуважаемые члены президиума, уважаемые дамы и господа, участники Всероссийского конгресса кафедры ЮНЕСКО, дорогие коллеги. Хотелось бы в первую очередь поблагодарить организаторов этого замечательного события за прекрасную организацию мероприятий и гостеприимство. Программа УНИТФИН кафедры ЮНЕСКО сейчас более чем когда-либо приобрела особенную актуальность и значимость, особенно в такое время, когда образование и наука являются ключевыми сферами на пути к достижению амбициозной повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года. В этой связи хотелось бы поздравить российских коллег с успешным опытом работы и плодотворным сотрудничеством в этой сфере. В Армении высоко ценят образование, которое считается одним из ключевых национальных активов страны. От имени Национальной комиссии Армении желаем дальнейшей эффективной работы всем кафедрам ЮНЕСКО в России, а также дальнейшего профессионального развития. Высоко ценим опыт российских коллег и выражаем готовность сотрудничать во благо многостороннего межвузовского и научного сотрудничества и для достижения устойчивого развития в наших странах. Спасибо за внимание. Рахмат. По своей программе от нас уже уехать. Давайте еще раз пожелаем большой успех, удачи, доброго здоровья. Дай Бог, чего пожелаем? Самого лучшего, самого доброго. Лет, в составе 11-й профессии.
очень благодарны за тактичное и умное руководство, которое мы постоянно испытываем со стороны комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и Координационного комитета кафедры ЮНЕСКО. По линии международной сети кафедры ЮНИТВИН ЮНЕСКО по международному диалогу нашу работу координирует израильский профессор Фетхи Мансури. Мы встречаемся раз в два года в глобальном составе, как правило, на базе Макинского глобального движения, так называемого, связанного с проблемой измененного состояния сознания, с молодежными проблемами, ну и с проблемами диалога в плане его теории, что, естественно, для ученых действующих в рамках Российской Федерации, которые дала миру целый ряд специалистов этой области, от Бахтина до Левинаса. Следующий, пожалуйста. Кафедра располагает отделение по Северному Кавказу, задачу которого входит две базовые задачи. Это межкультурный и межрелигиозный диалог на Северном Кавказе и циркумкаспийский диалог с государствами Центральной Азии, Ираном, Азербайджаном, а также изучение проблем шиитского ислама, поскольку кафедра располагается в городе Дербент на самом юге Таджикистана. Как мне кажется, и тут нечего скрывать, поскольку деятельность ЮНЕСКО направлена на поддержание мира, собственно, политическую цель на самом деле. И культура играет огромную роль именно в политике. Мы, собственно, все так или иначе задействованы вот в этой вот народной дипломатии, которая является некоторой тоже важнейшей целью ЮНЕСКО. И, соответственно, культура в трех смыслах здесь имеет очень большое значение. Во-первых, в смысле самосознания. Вот кто мы такие? Самоидентификация. Вот, так сказать, что мы собой представляем? Вот видите, здесь тут сказано несколько целей ЮНЕСКО, и написано, что охрана нематериального культурного наследия, в том числе мне это ближе, поскольку я представляю музыкальное учебное заведение, уважение нематериального наследия других, привлечение внимания к наследию и международное сотрудничество. Следующий можно слайд? И вот политическая роль культуры, она вот в трех смыслах имеет значение. Поддержание национального достоинства, национальной идентичности, создание пространства взаимопонимания и усиление творческого потенциала человечества. Следующий можно? И мы, собственно, пытаемся в своей деятельности все это реализовывать. Дальше, пожалуйста. И вот что мы сделали. Мы такой учредили мощный фестиваль, который каждый год проходит «Окно в Европу». Потому что вот эти все споры, Россия, Европа или не Европа, для нас, как для музыкантов, изучающих классическое наследие, вот и вчера о Моцарте говорили в разных аспектах, для нас это имеет очень большое значение. Следующий, пожалуйста. Затем мы изучаем свою, как бы, душу в некотором смысле. Очень большое значение у нас на нашей кафедре, вообще в нашем вузе, уделяется изучению фольклора, исследованию народного творчества, народного искусства. Вот видите, профессор нашей кафедры Инговатова держит, значит, книгу «Смоленский этнографический сборник». Это многотомное издание, которое вот мы сделали, и сотрудничая при этом с Белоруссией очень интенсивно. И вот эти вот все фестивали, баяны-баянисты и струны молодой России, это все постоянно при участии нашей кафедры происходит. Следующий, пожалуйста. И, соответственно, некоторым таким, может быть, особым моментом нашей национальной идентичности является поддержка СНГ. Потому что Россия, СНГ, страны СНГ, несмотря на их самостоятельность, они с нами все-таки связаны какой-то кровной историей. И вот на нашей телеконопере публичной, непрофессиональной. То есть мы пытаемся всячески пропагандировать искусство, культуру, прежде всего музыкальное искусство. Следующее, пожалуйста. И вот ближайшие наши проекты по этим же силовым линиям проходят. Мы продолжаем изучать нашу национальную идентичность, древнерусское искусство, фестивали православной культуры и научные исследования очень интересные. Мы выиграли министерский конкурс Министерства культуры вот с этой самой темой. Это аспирант нашей кафедры Данил Топилин «Русская идея музыкальной культуры». Следующий, пожалуйста. По взаимопониманию у нас в планах
«Цветы из Сыкуля» большой фестиваль, и концерт «Россия Сирия» он уже планируется, делается следующий, пожалуйста. И, соответственно, продолжаем помогать детям, взрослым, всем. С Финляндией у нас большой проект, мы изучаем. Мы активно взаимодействуем с различными кафедрами. Здесь вы видите наш коллектив. Это 15 профессоров, докторов наук и доцентов, кандидатов наук, которые осуществляют научную, образовательную и пропагандистскую деятельность, поскольку очень важно и в этом направлении работа. Здесь начало этапа работ, с чего мы начали в 2015 году. И сейчас я расскажу о некоторых результатах. Вот основные научные направления, три научных направления: природоохранные технологии, снижение риска уменьшения последствий катастроф, энергосбережение, энергоэффективность. По природоохранным технологиям вы видите те направления, которые мы осуществляем, научные направления и обучение, и некоторые результаты. На основании многолетних исследований были разработаны ряд энергоэффективных и экологически эффективных технологий, которые были внедрены на 30 объектах в более 15 населенных пунктах Сибирского федерального округа. Ну и следующее – это энергосбережение, энергоэффективность. Также вы видите те направления, по которым мы работаем, и некоторые разработки также здесь представлены. Это энергоэффективные ограждающие конструкции, децентрализованные вытяжные системы вентиляции. Следующее направление – снижение риска уменьшения последствий природных и техногенных катастроф. Также четыре основных направления в этой деятельности. Ну и результаты работ. Мы выдаем экспертизу, проводим экспертизу декларации безопасности гидротехнических сооружений, обследование этих сооружений и подготовку руководителей и специалистов. Кроме того, моделируем различные возможные аварийные ситуации и прогнозируем, что может произойти. Основные направления вот с региональными министерствами, которые мы осуществляем здесь, также на этом слайде представлены. Обучение в магистратуре и аспирантуре. Хотел бы отдельно сказать, мы выпускающая кафедра, мы набираем ежегодно 10 магистрантов и 2 аспиранта. И у нас есть специальные программы, в том числе на английском языке, для того, чтобы осуществлять по программе двойных дипломов. Очень тяжелая работа, хочу сказать, но мы ее постепенно продвигаем. Здесь вот вы видите некоторые из тех работ, которые мы делаем, пожалуйста, дальше. Мероприятия, которые мы проводим с нашими студентами, это конкретные мероприятия, в том числе региональные конференции, конференции международные, где мы активно участвуем и продвигаем наши идеи. Наши студенты участвуют в выездных практиках, в том числе в Германии, в Южной Корее, в Сербии и в других регионах и странах. Ну вот вы видите те мероприятия, где участвовали наши студенты в различных конференциях. Мы также проводим международные семинары на базе нашей кафедры. Год экологии – особый год. В 2017 году мы провели более 20 различных мероприятий именно по кафедре ЮНЕСКО, которые дали возможность нам продвинуться достаточно серьезно в этом направлении. Это и открытые лекции с приглашением ведущих ученых, как российских, так и зарубежных. Это мастер-классы для школьников, которые проводили наши студенты. И я хочу сказать, что вот наши студенты провели достаточно большое количество мероприятий вместе со школьниками, несмотря на то, что мы не ставим задачу школьного образования, но продвижения мы этого направления осуществляли. Здесь вот вы видите те мероприятия, которые мы осуществили за как раз вот этот год. Хотел бы также вот отметить архитекторов, мы пригласили для участия в работе нашей кафедры, и они также участвуют в экологических проектах, которые делают и технические наши студенты, технические кафедры. Здесь вот вы видите те мероприятия и результаты, которые были достигнуты нашими студентами, ну, вот, за последние эти годы.
Кроме того, мы активно работаем с общественным советом. Я являюсь председателем общественного совета по экологии Новосибирской области. И, безусловно, мы вносим туда тоже свою работу. Здесь вы видите карту и взаимодействие с различными с городами и странами, где у нас установлены связи, и мы постоянно, на постоянной основе осуществляем это взаимодействие. Ну вот вы видите международный конгресс в Южной Корее, со Штутгартом подписали мы соглашение, с Монгольским технологическим университетом, участвовали в съезде кафедры ЮНЕСКО по водным проблемам в Женеве, там познакомились с большим количеством участников. И вот это наша конференция, международная конференция под эгидой ЮНЕСКО, которую мы провели в 2017 году и решили проводить раз в два года. Но кроме этой конференции у нас проводятся ежегодно международные школы как на базе нашего университета, так и на базе ряда университетов Европы. Это Белградский университет, Сербия и Южная Корея. Вот наши зарубежные партнеры, здесь вы видите достаточно большой список, с которыми мы активно работаем и с которыми подписаны соглашения и обмен студентами осуществляется. Здесь вы видите зарубежные партнеры кафедры ЮНЕСКО, с которыми мы также работаем, здесь они представлены и взаимодействуем. Российские партнеры, это академические институты, научно-исследовательские институты, с которыми мы работаем. И также российские партнеры, кафедры ЮНЕСКО, с которыми также у нас есть связь, мы стараемся осуществлять совместные программы. Это план мероприятий на этот год, который мы наметили. Это минимальный план организации, который мы будем проводить. И хотел бы поблагодарить за внимание, пожелать им успеха и приглашаю к сотрудничеству здесь, наш сайт. Спасибо. Уважаемые коллеги, я хотел бы поделиться небольшой информацией. Долгие годы руководил департаментами, управлениями Министерства образования Российской Федерации. По-настоящему очень профессионал, человек очень искренний, очень душевный, который много помогал российским вузам. И сейчас он возглавляет кафедру в Московском национальном исследовательском технологическом. Спасибо, Владимир Константинович, за столичное представление, но в Россупернадзоре, не в министерстве, я уточняю просто. Поэтому структура это не страшно, это здесь как раз будет результат работы кафедры, работы и этой службы. Уважаемый председатель, уважаемый президиум, член президиума, коллеги, кафедра в течение полуторалетнего периода начала работы, ну, уже, можно сказать, не совсем молодая, как мы тут определились, тем не менее взяла на вооружение вот следующие четыре направления, следующий слайд. Это те направления работы, которые обобщают результаты исследований и работы исследовательского центра проблем качества подготовки специалистов, который вы знаете как центр Селезнева и Байденко Валентина Ивановича, которые накопили большой потенциал, передали его в Институт качества высшего образования, уже в структуре МИСИС, та и другая была структура. И в результате все эти материалы сейчас находятся на попечении кафедры ЮНЕСКО. И мы, естественно, будем сейчас анализировать все эти результаты, накопленные за более чем 25 лет работы по направлению совершенствования качества высшего образования и делиться, конечно, с партнерами по кафедрам ЮНЕСКО и партнерами университетами, которые работают активно в этом направлении. И здесь же федеральная целевая программа развития образования, которой занимался Россупернадзор, и я, в частности, мы провели большую работу с 2004 года по 2011 тоже в этом направлении, и я думаю, заложим, естественно, реализацию этих четырех основных направлений. Я бы выделил два таких интересных для нас, для сегодняшнего дня, студенческая мобильность и технологическая база. Вот следующий слайд, он показывает ту работу, которую мы сейчас в рамках реализации экспортного потенциала образовательных программ намереваемся сделать по
более чем 12 странам, не только России, которые определяют привлекательность и востребованность различных направлений подготовки для российских и для зарубежных студентов. Для нас интересен вопрос, который касался того, как привлечь, вот, Борис Валерьевич здесь сидит. Университет – это один из университетов, входящий в программу 5100. Наш университет с самого начала находится в этой программе. И, конечно же, мы, как и все университеты этой программы, стремимся осуществлять качественное образование, что соответствует целям устойчивого развития. И, безусловно, этого нельзя достичь без высокого качества научных исследований. И вот наша кафедра ЮНЕСКО по университетскому управлению и планированию как раз сосредоточена на осуществлении научных исследований в области университетского развития. И я бы хотела представить эту составляющую нашей кафедры сегодня. На слайде представлены основные научные направления, которые мы развиваем. Прежде всего, это демография университетов, так называемая, то есть это влияние демографических процессов на университеты, рост, влияние, трансформация университета, а также Народного центра. Андрей Сергеевич Мишков сейчас вместе с нами. Андрей Сергеевич, пожалуйста, подготовьте, я просил бы изменения Тараса У. Белгорода. Добрый день, спасибо большое. Приветствую всех участников. Очень коротко я хотел бы пробежаться по опыту, который, может быть, пригодится вам в дальнейшей работе, о которой сказал вчера Владимир Константинович, Никита Михайлович. Сегодня это прозвучало в приветственном слове Лаврова. О чем-то? О том, что кафедры наиболее эффективно работают тогда, когда они объединены в сети и обмениваются интенсивно на регулярной основе теми достижениями и направлениями, которые они развивают индивидуально, образуя некие такие междисциплинарные кластеры, которые сами по себе являются новым качественным уровнем. Мы этим занимаемся, вот именно таким междисциплинарным объединением опыта и его распространением в мире с 89 года, когда... Можно второй слайд? Хочу подчеркнуть уникальность нашей кафедры. Все кафедры, которые здесь присутствуют, они уникальны. Наша кафедра уникальна тем, что мы единственная кафедра, которая занимается проблематикой в сфере кооперативного образования, в сфере подготовки кадров для кооперативов. И уникальность заключается в том, что основная цель, которую мы реализуем, цель в области устойчивого развития, это качественное образование. Но кооперативы связаны практически с каждой из 12 целей устойчивого развития и целей развития тысячелетия, это ликвидация нищеты, голода, охрана окружающей среды, охрана здоровья и так далее. Поэтому все виды деятельности кооперативов, они созвучны целям тысячелетия, и актуальность и уникальность заключается в том, что развивая кооперативное образование, мы способствуем вот достижению всех целей устойчивого развития, ну практически всех. Кафедра реализует долгосрочные цели, краткосрочные цели. Кафедру возглавляет Виталий Иванович Теплов, ректор нашего университета, который является ректором более 40 лет. Откуда возникла идея создания кафедры? В 2012 году он объявил международным годом кооперативов. И ректор нашего университета по рекомендации кооперативного сектора МУД был включен в состав координационного комитета ООН по проведению международного года кооперативов. И всего 12 членов входило в этот координационный комитет по всему миру. Наша делегация была в Нью-Йорке на провозглашении международного года кооперативов, и поэтому университет активно участвовал в реализации и разработке нормативных документов. Это план развития кооперативов, которые были разосланы правительством всех стран как руководство к действию, поэтому возникла идея создания кафедры. Кафедра была создана в июне 2014 года, и основные цели мы разделили на цели в области развития образования и науки о кооперации и в области развития кооперации и международного кооперативного движения. Спасибо большое. Благодаря за них
четвертый ректор был? За 2,5. За 2,5 года. Подписывал еще ректор Московского государственного университета печать. Вскоре их объединились с другими университетами. Гаря, Кимняхова Лондори. Все знакомые лица, да? Хорошо. Я сейчас... Да. О, как раз много. Чтобы он не это... Можно я тут вперёд, чтобы... Артур! Вот здесь стоял. Иди туда. Да, вот здесь вот можешь сесть. Нет, стоял. А, ну здесь давай, я вам покажу. Ей-то стоя надо. Может, тогда мы туда сесть. Можно еще стоя потом что-то сделать? Хорошо. Костя. Стоя, стоя, стоя.